Наша с вами задача и обязанность сделать все возможное, чтобы улучшить законы, нормативы, методики и заставить законы работать, усилить ответственность. В конце концов, к этой важной большой работе привлечь всю общественность. Это же не только задача государства и социальных служб. Мы все люди, и от внимания каждого к ним очень многое зависит. Мы говорим про инклюзив, а уровень инклюзива все еще остается низкий. То того нет, то этого нет. Значит, нужно посмотреть типовые проекты школ и детских садов, чтобы они обязательно в себя включали эту инфраструктуру, не только пандусы, но и лифты, или соответствующая техника, которая крепится на перила на лестницах, которая позволяет коляску поднимать. Вот это надо тоже обсуждать, в том числе и городской транспорт. Если мы тратим деньги бюджетные на покупку городского транспорта, то обязательным условием должно быть соответствующая техника, которая позволяет в том числе этим транспортом пользоваться людям с инвалидностью. То же самое касается железнодорожного транспорта, авиасообщения.